Всем привет! Я вам расскажу про историю моего канала и историю канала в дальнейшем, если, конечно, это все получится. Как вы можете заметить, я охотник за грозой, я очень люблю снимать ее. Ну, вам как-то нормально. Я снимаю различные видео. Я не плагиат, я просто присылаю, чтобы кому-то тоже было забавно и кто-то бы тоже узнал об этом канале. История канала, как я создал. Я в Ютубе уже 2012 года, а мои руки дошли создать канал аж через 6 лет. Я создал канал где-то в феврале этого года. А историю канала в дальнейшем и будут буквально через дня 4, скорее всего, будет мои первые. Ну, пару влогов точно будет. Будет влоги из Турции, из Германии, из Египта. И я в этом году полечу. И туда, и туда, и туда. А история канала о прошлом. Я подумал, может быть, игры снимать, но я подумал, что но я посмотрел пару видео, которые только начинающие каналы. Я понял, что это не очень хорошая идея. Но если вы попросите меня, я, возможно, соглашусь, но точно не сейчас и не в дальнейшем. Но в дальнейшем, где-то в дальнейшем будут стримы, разные видео, влоги и тому подобное. Вот, если наберется 20 подписчиков, я сделаю какой-нибудь клип. Ну как клип? Какое-нибудь смешное видео. Про нас с друзьями. И если, конечно, влог этот, ну не влог, а это видео выйдет, будет хорошо. Если будете спрашивать, нет видео, значит его не будет, потому что будет это снимать очень сложно. Когда будет набираться 20 подписчиков у меня на канале, мы посмотрим, как все будет в дальнейшем. А теперь я расскажу факты о моей жизни. Факт первый. Меня бесят очень сильно комары, особенно когда ты спишь и он тебе жужжит в ушах. Ну не в ушах, возле ушей. Тебя это бесит, ты просыпаешься, потом уже заснуть не можешь. Я всегда, хоть и нет комаров, я ставлю фумигатор и спокойно засыпаю, потому что я прекрасно понимаю, что все будет в порядке. Факт номер два. Я родился таким, что мне пофигу на разных насекомых. То есть на пауков и на тараканов. Но мне на тараканов как-то было пофигу. Я просто видел и просто как будто мячиком пульнул его. И все, он умер. Я его взял, смыл. И все. Факт номер три. Можете потом уже сказал факт, но, по-моему, ну, факт это. Факт. Факт номер три. У меня проблемы со здоровьем. Ну, как со здоровьем? У меня проблемы с аллергиями. У меня аллергия на пыль. Вот в квартире были, я часто чихаю. Аллергия на хлорку. У меня тренировка по плаванию, я часто плаваю. А у меня, чтобы нос закрывать, чтобы не было такого, у нас прищепок дома нет. Поэтому пока так обхожусь. Я еще, когда в уши вода попадает, у меня потом они, может сказать, вообще не вы... Не вы... Короче, может так сказать, что вода там остается. И вытекти может только, не знаю, спустя час, наверное. Если я буду прыгать и тому подобное. Ну что ж, в принципе, все с меня. Всем удачи. Подписывайся на канал и жми колокольчик, ставь лайк, мне будет только приятно. Всем пока.